А если, скажем, мы обменяем меня на вашего сына, они ведь отпустят Риту? Она им будет уже не нужна? Меня они не убьют, я ведь им нужен живой. Я просто рассуждаю вслух, это метод мозгового штурма. Даже если вам кажется, что я несу полную ерунду, это может натолкнуть вас на мысль. Бомбу можешь сделать? Ну, существует масса способов. Насколько мощная нужна бомба? Чтобы все здесь разнесло. Это и есть ваш план? Да. Что же вы сразу не сказали, что работаете с Тимуром? Я с ним не работаю. Ну, живете с ним. Это вас вообще не касается. Напротив, меня это очень интересует. Вам сейчас необходимо меня убедить в том, что Тимур скорее руку себе отрежет, чем позволит волосы с вашей головы упасть. Совсем сбрендили с вашей наркотой. Зачем вам это нужно? А затем, что химик теперь у Тимура. Я хотел обменять его на вас, но у моего основного конкурента делового есть предложение поинтереснее. Сын Тимура. Что это? Пока деревню отыскал. Навигатор не ловит, телефон не ловит. Короче, брат. В общем, я не знал, что делать. Его мужик какой-то, Серег. Они стрелять начали. Зацепили. Вот. Что, не спится? Андрюша не пришел домой ночевать? Да, жалко мальчика. Толковый был парень. С ним можно было иметь дело. Я слышал, у тебя есть другой мальчик. Не такой умный, конечно, но... А я готов меняться. На что? У меня гость. Из деревни Кулмасово. Слышал про такое? Я вот только что узнал. Просто замолчишь. Во сколько ты оценишь голову своего сына? Если хоть один волос упадет с головы моего сына, я тебя убью. Где и когда?
что, взорвется? Да, еще как. Я посплю. Извините за назойливость. Рита ведь не мать вашего сына? Нет. А мать? Вы бы лучше поспали. Извините. Понимаешь? Ни у кого, кроме тебя, не было доступа. Но утечка идет через тебя. Трудно спорить. Если не ты, тогда твоя жена. Лена? Почему не Сашка? У нас еще черепаха живет. Может, она? Лена! Лен! Ну, значит так, через 2 дня мы ее выпишем. Давно этого нет? Нет. Если было давно, вы бы узнали об этом. Она только пробует, если так можно сказать. Вообще нужно знать, что у женщин этот процесс протекает очень быстро. Им сложнее бороться, но, судя по местам инъекций, у нее очень опытный наставник. Аккуратнее с этим. Я обещал, что ни один волос не упадет. Сейчас заберешь и сразу возвращайся. Я с ним сам поговорю. Слушай, деловой, мы с тобой давно не ладим, но я зла на тебя не держу. Просто так дела не делаются. Я ведь тебе сколько раз говорил. Долю нужно делить. Что в коробке? Капюшон сними. Как скажешь. Все нормально. Муса деловому как раз все объясняет. А это тоже ваш парень. Крысятничал на нашей территории. Я клянусь тебе, моей вины здесь нет. Я бы его и пальцем не тронул.
Слышишь меня? А что в коробке? Где, как я? Ганс, где? Что в коробке? Яну ждешь? Ее убили. Кто? Ты. По официальной версии. Где? В управлении вчера. Когда начальника к столу приковал. Я его не приковывал. Знаю. Ты что от Яны хотел? Деловой Сашку из больницы забрал. Мне нужны были адреса, телефоны, контакты. Помнишь, я тебе про муравьев рассказывал? Дихлофосом вытравил, а запах в ванной остался. Пришлось выбирать из двух зол. Желаю. Владимир Викторович, вас там деловой ждет. А? Деловой. Там. Приехал где-то в 6 утра. Заявил, что хочет дать какие-то важные показания. Вам не дозвонились. Не отпускай же его, Владимир Викторович. Алло, я разбудил?
Ты свои обещания помнишь? Угу. Ну, короче, он в управлении приехал дать важные показания. Судя по тому, как припарковался, скоро уедет. Ты только помни. Ну, понял я, понял. Давай. Пока. Я вам клянусь, я месяц делового не видел. Я никаких дел с ней не имел и иметь не собираюсь. Ну, повезло тебе. Только пойди штаны поменяй. Пасих. Гражданин деловой. Началось. Гражданин деловой, вы задержаны. Я поесть не успел. Платить отказываюсь, говорю при свидетелях. И я тебе говорю при свидетелях. Ты сядешь, я тебе это обещаю. И за то, что ты тронул мою семью, особенно. Так вы, Тимур Борисович, из-за того, что Сашка от меня? Да ладно, бросьте, с кем не бывает. Но не смог я отказать. Понимаешь? Не смог. Я тебя убью! Так. Слушаю тебя. Он Генку убил. Сына моего. Принес его голову в сумке и бросил как мусор. Надо его достать. Ты должен мне помочь. Пошел вон. Что? Вон, говорю, пошел, пока я не передумал. Ничего тебе не должен, сявка поганая. Еще раз сунешься, сядешь. Ты не подумал? Подумал. Ты очень вовремя и кстати завалил моего сотрудника. И теперь по всем протоколам ты в официальной разработке. Ловок. Диктофон на стол. Теперь пошел вон. Ловок. Тук-тук. Отъедем в сторонку. Совершенно неутомимая женщина. Неужели Тимур вами не интересовался?
Это Саша. Вы и впрямь не знакомы. Теперь вы хотите обменять нас на химика, верно? Вас? В смысле, обоих? Ну, не. Я меняю только голову на голову. Так что Тимуру нужно будет сделать выбор, принять решение. Кто из вас ему дороже, вы или мальчишка? Как вам такая проверка чувств? Так что, Сашка, твои мысли? Да твой он, конечно. Твой. Пошутил я тогда. Не смешно. Но о том, что это тебя должны были убрать, ты и сам догадался. У тебя в машине маячок был. Но сейчас ты мне нужнее, чем я тебе. Здесь ценные разговоры за последние 5 лет. Муса, начальник твой. Плюс последний разговор. Что взамен? Ты мне Мусу. Я тебе твоего шефа. И себе. Выгодно. Ничего, Саша. Папа тебя не бросит. Он у тебя очень умный и сильный. Обязательно тебя спасет. Поедете к теплому морю, будете собирать ракушки. Хотя это девчонки собирают ракушки. Или мальчики тоже. Саш. Саш, ты что, меня слышишь? Саш. Что случилось? Бертолетова соль. Сможете сделать дымовые шашки? Тоже документы показывают. Молодец. Вот тебе 1000 рублей. Иди купи зеленки и бинтов. Сам возвращайся. Здрасте. Я вот тут звонил насчет разгрузки. Я понял. Только я не понял, что грузить и сколько народ нужно. Люли? Люли и будем грузить. Что, не знаете, что такое люли? Это какой-то русский жаргон.
Да. Правильно. Русский жаргон. Наш. О, молодец. Все купил. Ну и хорошо. Пойди сюда. Это для твоего хозяина. Ступай, ступай. Вчера девушка приезжала, русская. Где она? Мусаурес. Куда? Я этого не знаю. Я маленький человек. Ладно. Звони. Скажи, что Тимур пришел. Привет. То есть. Угу. Че, кто? Здрасте, вы ко мне? Здрасте. Я к вам. Бандеролька. Муравьев, Оди, Клафос. Где расписаться? Ну, вот здесь распишитесь. И вот здесь. Спасибо. Вам спасибо. Видимо, не поем. В общем, так. Выбирай кого-то одного. За второго поторгуемся еще. Дай мне свой прямой номер. Я приму решение. Ты еще думать будешь? Привычка. Алло, Муса, ты вернешь мне сына? Да. С ней потом. Слушай меня сюда, я не хочу получить пулю в затылок, понял? Поэтому наш общий друг изготовил дымовую шашку. Дым довольно едкий, поэтому раздобудьте противогазы. И если что, первая же пуля разнесет по округе его мозги вместе с формулами, понятно? А если он кого другого подсунет? Ну, он же понимает, что мы тогда с ней сделаем. Надо ее, кстати, будет с собой взять. Не нравится мне эта тема с дымом. Нормальная тема, брат. Тема армейская. Не хочет он, чтобы ты ему пулю в затылок вогнал. Странный, да? Что с ним? Спит. Тимур придумал меняться в дыму. Кстати говоря, вам противогаз не понадобится. Ну вот и все. Единственный минус – реакция может наступить не сразу. Набирайте. Алло, господин Диц? Здравствуйте, это Кормухин Иван Сергеевич. Да-да, я помню вас. Что вы сказали? Не слышу. Громче, пожалуйста. Какой гараж? Гараж где? Что вы сказали? Очень плохо слышно. Плохо слышно. Может, хотя бы подержите? Не надо. Ну что, сработает?
сработает. Пошли. Иван Сергеевич! Ау! Извините, можно мне позвонить? Мне нужно узнать о состоянии сестры. Через час позвонишь. Или не позвонишь? Иван Сергеевич! Вы звонили. Что такое насыщенный раствор, помните? Нет. Если просто смешать компоненты в произвольной пропорции, то реакция пойдет недолжным образом. Прелесть таких реакций в том, что на результат влияет буквально все: температура, влажность, давление, скорость, с которой образуется раствор. Я не зря заставил вас ковырять дырки в бутылке. Если катализатор будет поступать слишком быстро, начнется кристаллизация, кислорода не хватит. Но если я рассчитал все правильно... Взять все имеющиеся элементы. Но если обе частицы отрицательные, вот тогда, во время Жаль распада... Жаль прерывать ваш интересный рассказ. Но ведь еще рано. Они приедут заранее. Волнуешься? Неужели
Вы хоть на секунду сомневались, что он выберет сына, а не вас? Я ни секунды не сомневаюсь, что он заберет и сына, и меня. Завидная уверенность. Едем. Как прошло? Твой папа там. Он должен спасти еще одного человека. А нам нужно уходить отсюда поскорее. Неожиданный поворот. Но ты же знаешь, на моих руках крови нет. Конечно. Его проверили? Да, он безоружен. У него вообще ничего. Ни документов, ни денег. Он утверждает, что это крайне важно. Здравствуйте! Здравствуйте! Вы хотели меня видеть, я Диц. Вы слышите меня? Вы говорите по-немецки? Я Диц. Вы меня искали. Это тебе за брата. Спрашивать надо, кто там. У меня постановление на обыск и твой арест. Организация убийства сотрудника полиции, убийство сотрудника полиции, коррупция, взятки в особо крупных и немыслимо крупных размерах. Так. Шутка. Никто мне это постановление не даст. Потому что судья с балкона выкинулся. Я думаю, ты все понял. Вова. Закрыли тебя.
Сколько мы работаем? Вместе? Да. Лет 20, может, больше. Долго. А там что-то как? Шумно? Да. Журналисты, камеры, много машин, много людей. Все наши, как на параде. Привет. Пойду умоюсь. Ловок. Ремиссия. Врачи дают 5-10 лет, так что у меня полно времени, чтобы закончить работу. Держите нас в курсе. Да-да, непременно. Вы знаете, у меня будет компьютер. В нем будет программа, по которой можно будет переписываться и звонить на все телефоны по всему миру. Entschuldigen. Да, да, да. Что ж, мне пора. Кстати, последняя партия наркотиков. Уже приехала в Германию? Еще позавчера. Местные копы обещали прислать видео. Не нарушать. Да. Спасибо. До свидания. Надеюсь, хоть эта работа сделает его счастливым. Кстати, мы обсудили с Сашкой и выбрали Мадагаскар. Думаю, ему там будет интересно. Вам видней. Спасибо. Что ты мне продал? В чем проблема? Это лучшая дрянь в Берлине. Где ты это взял? Не твое дело. Какой-то новый химик из России. Отведи меня к нему. Убери свои руки. Пошел вон. Мне срочно нужно с ним познакомиться. Прошу тебя, брат. Ради Германии.